Тимофей, заказывай. Вот, давай. И поливай. Теперь с этой стороны иди, обходи. Давай вот так. Так. Вот. Набирай. Наталья Ермакова вместе с сыном Тимофеем сажает юку. Тут требуется старание и сноровка. Растения довольно колючие. Зато как будет красиво, когда саженец приживется и зацветет. Наталья говорит, что ей приятно будет смотреть, как эта юка растет вместе с сыночком. Вот мы с сыном посадили куст. Будем вот теперь вспоминать, что мы его посадили вместе. Ну, как бы останется в памяти. Будем смотреть, любоваться. Ну, потому что это наш двор. Как бы мы здесь живем для наших детей, чтобы было приятно самому выйти, посмотреть, посидеть, отдохнуть. Федеральная акция «Наше дерево» проводится с 1 по 10 ноября на территории всех муниципалитетов России, которые вошли в проект «Городская среда». Армавир в их числе. В нашем городе на субботники вышли жители всех многоэтажек, где завершен ремонт дворовых территорий в рамках программы благоустройства. Таких дворов больше 26. Капитально отремонтировано асфальтовое покрытие, появились детские площадки, урны, лавочки. А вот молодых деревьев не доставало. Жители взяли это в свои руки. Деревья – это кислород, это жизнь. Я так думаю, что нужно озеленять, потому что на планете побольше нужно кислорода, побольше зелени, чтобы все благоухало, чтобы все цвело. Мы еще весной завезем землю вот попозже осенью и посадим еще кустарники, поставим березки. У нас вот замысел такой – посадить березки. Вот все жильцы хотят посадить березки. Мы посадим березки еще. В ТОС номер 10 сделан ремонт сразу нескольких дворовых территорий. Председатель Ольга Лиходедова говорит, что довольна активностью жителей. Они всегда помогали содержать двор в порядке. И сейчас с готовностью вышли на субботник, чтобы стало еще красивее. Посадили мы деревья, стараемся, чтобы было все красиво и прекрасно возле этого дома. Ну, не только возле этого, вообще хочу сказать, наш хорошо вообще, квартал работает. Ну, и все девчонки, и все жители стараются посадить все для себя и для успеха наших детей. Участники акции говорят, что для них она не окончена. Им предстоит ухаживать за саженцами, а весной горожане собираются посадить еще и цветы. Когда приятно выйти во двор, и жизнь становится радостней. Влада Волошина, Артур Крыжанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».